Вторая игра на сегодня. Но на самом деле с Double Dragon, возможно, где-то повезло даже. Где-то даже повезло. Что-то шинковать там конкретно меня начали. Так, счетчик скинул. Давайте посмотрим, есть тут заставка, как в SNES-версии. Посмотрим, есть ли кардинальное отличие от Super Nintendo. На карте уровни можно выбирать по порядку. Зорг, я тебе смогу конкретно сказать, когда хотя бы с одним Астериксом разберусь. Вот в чем дело. Кеймыч говорит, даже вроде как три игры. Астерикс прикольно погонять. Надо в ближайшем будущем тоже браться за Астериксов. В основном это платформеры, причем достаточно красочные. На Super Nintendo несколько частей вышло. Некоторые вроде как даже в кооперативе. Не помню, сколько точно. Я тоже не помню, Кеймыч. Пока конкретно не доберусь. Чё там, сэр, серьезно на Порошенко похож? Блин, ты мне пока не сказал, я как-то на его лицо не приглядывался. Давайте по музыке заценим, как по музыке выглядит. Ну, слышится точнее. Здорово, Языч. Третьего Микки Мауса тоже Костя, кстати, не проходил. Как там у Аязыча дела? Да пока не спрашивал. Пока не доводилось. Может, зайдет, сам расскажет. Тут Капитан Хук похищает детей. Питер Пен уже вырос, он не верит. Уже забыл, что когда-то был им. Да, Аязыч, Sega Genesis. Хук на Sega Genesis. Не так часто я играю. Что-то прохожу на Сеге. Раз уж Хук подвернулся на Супер Нинтендо, и они в основном похожи, заодно попробуем на Genesis разобраться. Трагическую весть. Скончался создатель комиксов про него. Я не слышал, Костя. Я не слышал. Питер Пен уже забыл, что у него дети. Ну, прилетела фея, начинает ему напоминать. Он отнекивается, говорит, что за бред, я никуда с тобой не полечу. Никогда не был им. Но фея все-таки настоит на своем и с позиции силы все-таки заставит Питера поверить в то, что он когда-то был им. Здорово, новатор. Если бы все так просто было. Сюжет у игры старый наркоман уже. Но я бы так не сказал, лорд. Просто это свойственно людям, которые взрослеют. Пузо это, как так сказать, неотъемлемая часть большинства взрослых людей. Надо конкретно за собой следить. Или чтобы активный образ жизни был. Тогда только получится от него избавиться. Новатор, вот Женя правильно пишет, сегодня последней игрой запустим. Бёрдвик будет последней игрой на сегодня. Это реквест всю страну, идем по порядку. Исключение пока для европейской версии Астерикса сделали. Ее пока не запускал. Разобьет комп, решит ни во что не играть. Да брось, новатор. У меня нет сегодня цели пройти Бёрдвик, вы чё? Почитайте условия фестранов. Я играю минимум час. Фестраны нужны для ознакомления с игрой, а не для того, чтобы я ее прошел. Играю час. Дальше решаем. Либо я вообще откладываю игру, либо забываю про нее, либо со временем возвращаюсь, уже конкретно в счетчик прохожу. Это же все условности. Все же расписано, ребят. Все можно прочитать. Поизучаем, посмотрим, что за игра такая. Серега, здорово. Чё у вас там, кстати, ничего нет? Не болеете? Я вот что-то спокойно так отношусь. Вчера увидел программу, не знаю, правда, нет. Что-то вроде как в Италии, в Китае, в Америке вообще все печально.
с этим вирусом. Пчел можно отбивать, оказывается. Formation Z. Какие еще будут варианты? Что еще хотите вспомнить? Путин ввел выходные с 28 марта по 5 апреля. Не знаю, новатор первый раз слышу. Мне тоже интересно, для кого. Для кого он это вел. Блин. Меня колобком заспамил какой-то толстяк, пока я отвлекся в чат. Ганак ждем. Да, негативный. Ганак — это уже конкретный реквест. Это даже не фестран. Реквесты, которые вы пишете в теме, они уже конкретные. За них, если я берусь, то уже основательно. Вот как, например, сегодня будет чокнутый. Игру, которую Гектор зареквестил. Ее постараюсь уже... Что такое? Чего он тут тоже медленный такой? Следующую неделю. Не, я правда тоже только узнал. 4 чела на карантине из-за приезда. Но я думаю, полная туфта. Да ну, Серег. Карантин — дело полезное. Я бы сам пару недель где-нибудь отлежался. Как я тут умудрился жизнь потерять, капец. Нас на месяц продлили сегодня, полностью закрыто. Чё, Жень, вообще все позакрывали? Хоть какие-то магазины оставили там? Летим отсюда. Я что-то слышал, театры закрывают. Кинотеатры. Увеселительные всякие заведения. Так, три жизни взял, отлично. Можно было, в принципе, еще маленько посливать. Ну ладно, фиг с ним. Места, где нафармить жизни, еще будут. Первый типа босс. Тоже ни один хук никогда в детстве не попадался. Франшиза не сказать, что популярная, но игры с ним так прилично повыходили. На Game Gear, по-моему, был тоже. Кеймыч, я думаю, не даст мне соврать. Да не, Зорг, так же туговато играется. Здесь Питер тоже тугой, к сожалению. Воруют детей, уродуют их, чтобы делать шутами. Это жестокая теория, лорд. С чего это вдруг? Знакомый сказал, им пришла бумага. До 31 марта меры на закрытие. Про метро тоже говорили, что что-то закрылось везде. Я, кстати, не смотрел, как у нас в Кузбассе. Не знаю, никакой статистики. Вчера телевизор включил первый раз, наверное, за неделю. Никаких оповещений. Не, ну там была реклама, типа, мойте руки чаще. Старайтесь с людьми не контактировать. Но никакой статистики, ничего не приводилось. Хадукин можно кидать. Но это только до урона. Это по Гюго такая теория. Человек, который смеется. Нифига себе, лорд. Нифига себе. Пчелы нафиг. Только продуктовые. Магазины, АЭС, аптеки, банки. Транспорт не ходит, метро закрыто. Все закрыто. Будто какое-то начало войны, я не знаю. Кто-то с пофигизмом относится. Я вот, я говорю, я посмотрел вчера эти статистики разные. То, что в некоторых странах вообще все печально. Там Испанию тоже лихорадить начало. Приятно так стреляет. Как он по 3 стрелы выпускает сразу. Фига он в себя поверил. Даже в трек-н-филде такое не снилось. Телевизор почти каждый день включаю, дело в том. Ничего не показывает? Чё за прикол, негативчик? Чё у тебя с телевизором? Так, ломимся. О! Ещё одна жизнь. Одно только радует, на работу приезжает персональная машина. Круто. У нас тоже, по идее, вахтовка возит, я уже рассказывал ребятам. По музыке печально, а SNES лучше. Удивительно.
Мне, если честно, тоже так кажется. Что-то музыка здесь пока не очень. На SNES как-то, не знаю, более мелодичная, что ли. Питер Пен на Денди была прикольная, но не хук. А, то, что я проходил, да? Про нее имеешь в виду? Ну, у нее графика страдает, а управление, кстати, такое, свыкнуться можно. А, он вылез, надо было бить его. Ой-ой-ой. Троллит. А? Викинги больше на Мегадрайве нравятся, включая музыку. Макароны, гречку, рис весь скупили, полки пустые. Вот у нас такого ажиотажа нету, кстати. У нас как-то, ну не знаю, я, во-первых, в маленьком городке живу. У нас население-то до 100 тысяч не дотягивает. У нас такого нет. Люди в магазинах себя спокойно ведут. Не видел, чтобы что-то закрывалось, там, знаете, вывески были, там, закрыто, карантин, что-нибудь такое. Работают, как обычно, даже не короткие дни. Вахтовка, шеф, на Майбахе. Прикольно, Жень, прикольно. На этом телевизоре играю, поэтому он ничего не показывает. Ой-ой. Что ты булыжниками спамишь? Ну, еще хвастается мышцами, кстати. Палитра тоже, если честно, что-то мне больше на SNES нравится. Же. Драгоценности только очки дают. Цветочки. Главное бабочек не брать. Туалетную бумагу скупают тоже адово. Блин, ну это конечно, страшно. Неужели собираются вместо марли использовать? Жесть. Тут благо дизеринг активно не юзают. На Сеге цветов меньше. Хоть во время карантина почувствую, как президент или король. Когда нас вахтовка забирает, я... К сожалению, так не смогу себя почувствовать. Слишком много людей. Ну и плюс, как обычный автобус. Держи. О, отлично. Где-то яблочко было вроде. Настя, привет. А мы тут немножко решили развеяться. Третий раз за месяц. Третий раз за месяц запустил стрим. 25 марта на носу. Замечательно. На SNES красивее, чем здесь. Да, Григорий, я тоже так думаю. Ну, редкое исключение, когда игра на SNES лучше игры на Genesis. Червяк Джим, скорее всего, на Сегу лучше. Викинги тоже, скорее всего, на Сегу. Так, время пока еще позволяет. О, вот оно, яблочко. Отлично. У меня тоже завал на работе, никак не могу постримить. Че, Настя, последнее, что ты стримила, Марио на ачивке. Ты вроде мастер взяла, кстати, поздравляю. Мне что-то ни за какого Марио пока неохота браться. Здесь что? А деревья ничего-то, кстати, прикольные. О, еще жизнь-ка. Давай, давай, давай. Отлично. Последний кооп к Сандерсу, Микки и Дональд. А, классная игра, кстати. Хватит пролететь. Ой, отлично. А, ну и все, конец уровня. С мечом дошел. Редкое явление в этой игре. Удалось меч донести. Travels Tales на SMD создавали технические чудеса. Блин, Кеймыч, если не забуду, посмотрю потом. Карантин вводят, обязуют без масок не выходить на улицу. Только ими никто не снабжает.
Казалось, прыжки резиновые, но нет, норм игра. Да, игра прикольная, мне тоже понравилась. И один проходил разные версии. И с Варо мы ее проходили тоже. Так, Тигрули не убивается здесь. Конечно, конечно, жив. Но еще жизнь. А, это компания такая. А какие игры были, Кеймыч? Скажи, пожалуйста, что они там выпускали? Так, ладно, надо жизнь подбирать все-таки. Да, внизу побезопаснее получается. Историю про Сегу смотрел вообще. Две, грубо говоря, компании было. О, леди, так ты еще на работе, что ли? Удачи с птичками. Да ты, может, успеешь еще. Спокойно. Летим отсюда. А, как долго бьет. В общем, я понял, в разных регионах по-разному отношения. От начальства еще многое зависит. Как они будут за этим всем следить. Да, русалка, я тебя не просил вообще сейчас даже близко подлетать. Да? Русалка хочет мне помочь, а в итоге троллит меня. Сейчас опять чуть на пушечное ядро меня не толкнуло. Что здесь с русалками не то происходит? Вишенка, давай-давай. Ну, залазь, пожалуйста. Отлично. Сейчас бы верить, что маска спасет. Кто его знает? Кто его знает? Ой, отлично, на последнем хп. Там что-то вроде еще падает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как страшно. Боссы здесь легко откидываются. Всего по 3 хп надо снести. 3 удара. Той Стори, Микки Маус, Соник 3D. Соник 3D неоднозначно принят, хоть и красивый, по заказу сделанный. Продавцы зарабатывают на коронавирусе. Увеличивают цены на маски, раскупаются как пирожки. Среди русалок, да, есть тролли. Правда, странно получалось. Я хочу спрятаться от бочки, которая падает на меня. Русалка толкает меня по ногам. Я в этот момент ударяюсь об бочку. Молодцы. Хорошая помощь оказана была. Требуют носить маски, еще более тупые. У меня маски всегда были. Ну, я работаю на угольной шахте. У нас респиратор — это такая вещь, которая должна быть. Тут кусаются всякие. Ой-ой-ой. Держи. Неприятное место. Вот там могли укусить. Вот здесь русалок что-то нету, кстати. Здесь просто рыбы какие-то атакуют. Держи. В Америке и Японии несогласованно одну и ту же платформу делали. Ну, даже так. Ну, еще одна жизнь. Держи. Да, время здесь спокойно позволяет побегать. Жи. Публикуют фотки итальянских врачей с синяками на лице от масок. Даже такое есть, нифига себе. Так, отсюда улетаем. Отлично, возможно, самый короткий уровень. Еще и 4 жизни нафармил, замечательно. На Денди еще не проходил? Нет.
На Денди пока не проходил. Ну, Питера Пэна прошел на Денди. Малоизвестная игра. А конкретно Хука еще не играл. Причем Благомир мне реквестил, я пока не брался. Самое эффективное — это противогаз. Там надо эти фильтры менять, по-моему. Синяки от масок — дичь. Настройки постоянно надеваю. Уже остается отпечаток. Не знаю, у нас респираторы удобные. У нас смена 6 часов идет. Я, в принципе, могу даже, ну, больше полсмены проходить в маске. Не помню, чтобы какие-то там отпечатки были. Еще одна жизнь. Щедрая на жизни игра. Кстати, новатор, зацени зимний уровень. Хук на Денди крутой. Забавно, кто-то недавно писал, что... Ой-ой-ой, он не очень. Блин, ничего не видно, где там эта платформа была. Ну ладно, я там жизнь взял, ничего страшного. Сегодня Sega объявила новую, чё? Компанию Go Sega. В честь 60-летия. Нового персонажа сделали Широ. Блин, Костя, где ты эти все новости узнаешь? Так, вот она, жизнь. Да нет, почему я просто... Да как я так свалился с этой платформы? Блин, троллит. Троллит платформа пока. Костя, ты вообще, я смотрю, много интересных новостей знаешь. По каким-то источникам лазишь? Интересуешься, где какие юбилеи? Кто чем заморачивается? О, наконец-то без урона прошел это место. Так, ладно, надо здесь поаккуратнее. Так вот, все, ничего сложного. Ой-ой-ой, они же через щит не пробиваются. С сайта Гематсу самые свежие новости. Здорово, удав. Жи. Питер Пен в Сибири. Да. Недалеко от места, где я живу. Не, вообще локация красивая на самом деле. Но опять же, на SNES'е, мне кажется, поярче было. Следующая игра, кстати, уже на SNES'е будет. О, яблоко. У меня ХП, в принципе, все равно полное. Проходил, да, удав? А на какой консоли играл? Он же много где выходил. Так, я понял. Путин объявил неделю выходных. А, все-таки придется наверх идти. Выплаты всем детям, каникулы по кредитам, так далее. Мне это вряд ли все светит. Жи. На той же, что и ты, понял. Я просто на SNES уже прошел, сейчас версию на Genesis смотрю. А, и на Денди проходил. Вот на Денди я, кстати, еще не брался. Враги жизни оставляют. Вообще щедрая игра, вообще. Мне нравится. Сейчас бы вишенку еще. Пролетаю с этой нерабочей недели. У нас вообще никакого изменения графика не было. Работаем дальше, как будто ничего и не случилось. Какие дела? Так, тут, наверное, с разбега лучше. Блин, наверх залез. Не хотел наверх залазить. Вот единственный, наверное, такой косячок в управлении. Нельзя спрыгнуть с верхней платформы. Так, аккуратненько. Басинский. Держи. Как раз был разговор за Хука на Денди. А чё я так слабо прыгнул? Я же нормально оттолкнулся. Босс что-то там активно рычагами, кстати, дергает. Если это рычаги, конечно. Да что ты опять не прыгнул? О. Хитрый босс, сам не вылазит. Отлично, можно было даже так убить.
замечательно. А он только сегодня объявил. Все-таки какие-то меры тоже стали предпринимать конкретные. Танцует. В детстве казалось интересно, сделано по фильму. Фильм прикольный был, кстати. Один из любимых фильмов в детстве. Там еще Робби Уильямс сыграл. Вот, Дмитрий, здорово. Приятно видеть ребят, которые в чат заходят, что все нормально с вами. Болезнь не взяла, все живы-здоровы. Павелша, привет. Так, один из немногих уровней, который сам скроллится. Возможно, даже единственный, я что-то уже не помню. Спасибо, Павелша, спасибо. Вторая игра на сегодня. Пока со второй частью Double Dragon на Mega Drive разобрались. Пока неплохо. Но самое интересное еще, как обычно, впереди. Хотя, опять же, кому как. Кто-то, может, даже и 5 минут не сможет выдержать последнюю игру, которую я сегодня запущу. Извини, Женя. Робби — это певец? Ну, может быть, есть певец такой. Ой-ой. Спокойно. Шкалы хватает. Сейчас было опасненько. Держи. ПП-шечка. Я понял. Понял тебя насчет хука. Да что ты по хребтине, бочка с динамитом. Кошмар. Хадукин. 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 Яй-яй-яй. О, еще один уровень, до конца которого дошел с мечом. Отлично. Блин, серьезно? Робби Уильямс, который на открытии ЧМ-18 пел. Блин. Спасибо, Удав, за информацию. Да, Зорг, значит, ты правильно сказал. Еще певец такой есть. Здорово, мульти. Мартирус, привет. Блин, ребята, только не болейте. Только не болейте. Каждый может по-разному относиться к тому, что сейчас происходит. Но основные меры лучше все-таки принимайте. Потому что и без этого вируса хватает сейчас. Весна вообще такое время, сами знаете. Организм истощен после зимы. Лучше с ним не шутить. Я вот по возможности лук, чеснок ем. Вот здесь еще одна жизнь была. Хотя потом оправдывался. Вот что-то я слышал, да, что-то он оправдывался. Я тоже этот момент припоминаю. Только не знал, что его именно так зовут. Сейчас скандальный какой-то певец, конечно. О, куда это я? В какой-то тайник упал. Интересный уровень, кстати. Новатор, вот тебе еще один уровень, в котором свет пропадает. Новатор скажет, заколебал меня уже сегодня. Так, я вообще правильно, нет, иду? Нет, тут походу вниз надо. Я его музыку не слушаю, он очень прикольный тип. Был на Роу Грэма Нортона несколько раз. Ну, я смотрю, мужик-то известный, да? Ай, блин, тут же щит у него. Так, чё, где я есть-то вообще? Да я понял, Удав, что ты серьезно. Я чё, и удивился просто. У новатора свет пропадает. Да нет, Дмитрий, просто... Новатор иногда любит спрашивать в группе DF вопросы там, в каких играх свет гаснет, в каких играх зимние уровни есть. В принципе, тема интересная. Но чтобы нормально ее развить, конечно, надо, чтобы много игроков было.
Основные игры-то все назовут, а вот какие-нибудь редкие. Приятный враг. Хорошо, хоть с одного удара разбивается. Бежим, 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 бежим. А, вот здесь тайничок, да, отлично. Ну, только яблоко, правда, ну ладно. Так, мужик, он нормальный, потешный. Блин, верхняя платформа. Да что он так раскорячился, но даже некуда спрыгнуть. Я думал, у него перебои со светом, ты его троллишь. Нет, Дмитрий, я своих зрителей так стараюсь не троллить. Это мне могут там Бёрдвиг зареквестить всё странно. Я со зрителями стараюсь нормально. Хотя Зорг сейчас опять ПК-реквесты припомнит. Неприятная змея. По-моему, кстати, не обязательно садиться, чтобы убить ее. О, яблочко. Яблочко полностью ХП восстанавливает. Напомню, кстати, изначально 2 было ХП. Клевер, который я нашел, он увеличивает максимальное здоровье. Но 4 это максимум. Даже если я еще клевер найду. Вот вроде есть место для 5-го отдела, но нет. 4 ХП это максимум. Этих 2 раза это я помню. Ой-ой-ой. Да, шкала полета, конечно, прекрасная вещь. Жаль, что быстро кончается. Держи. Держи. Чувствуется, как уровень по длине отличается от того зимнего. Да, все-таки змей можно в полный рост убивать. Отлично, можно не садиться. Батлтоцы какие-то прыгают, держи. Ой-ой-ой. А там еще ниже спуск. Ну все. Да, да, конечно, не достану. Ой, как рано прыгнул. Такое ощущение, что прыжок не всегда срабатывает, как нужен. Да как часто зацепил? Держи. Отлично, на последнем ХП. Battle Toots. Не трожь сородичей. Дебильный босс. Долго бил. Да нет, тактика легко подбирается. С капитаном Хуком реально проблемы могут быть. Недавно тоже прошел годноту. Skyblazer. По-моему, жук Чинжеру реквестил Skyblazer. У меня пока заказа не было ни от кого. Хотя мне и без Skyblazer, конечно, хватает. Зорг, ну ты просто такое чувство, что фанат реквестов, серьезно. Больше такой активности только от Никиты можно было ожидать. Как ни странно. О, еще жизнь оставили. Отлично. Улей какого-то фига делает на корабле. Кстати, реально на Сеге не хватает цветов. Белье всего лишь белое и оранжевое, и желтое какое-то висит. Немножко палитра проседает, конечно. Ой-ой. Яблочко, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Только яблоко съел, сразу хпшечку потерял. Ой-ой-ой. А, там наверх не получится. Даже ножик прямо в полете умер, когда ласты склеил.
Ой, какой молодец! Бомбу на опережение кинул. Так, ну ладно. Пиратские пчелы, они делают пиратский мед. Забавно, забавно. Какие еще? Морские пчелы есть? Морской мед кто-нибудь делает, интересно? Просто правда интересно, какого фига ульи делают на корабле. Неприятный враг. Ой-ой-ой. Ой, Bullet Hell творится. Тайгер, привет. Кстати, правда, ребят, никто не болел, ничего. Тоже просто интересно. У нас недавно один слесарь все-таки ушел на больничный. Но вроде как просто грипп. Ничего сложного. Так, здесь что? Держи. Вчера чуток потемпературил, стопка ханская и огурчик. Ну, вот это правильно, Зорг. О, а клевер не восстанавливает полностью здоровье. Ну ладно. Тормоз все-таки. У нас вроде спокойно, маски не носят. Вот то же самое, леди, то же самое, про что я говорил. У нас тоже как-то подозрительно спокойно все. Как долго у него эти... Отвратительное место. Просто ужасное место. Дэмиан, привет. Спасибо. 17 жизней. Надеюсь, затащим. Но на самом деле уже до конца игры немного осталось. Отлично. Отлично. Ой-ой-ой-ой, куда я разогнался-то? Прям в шипы. Да что ты, босс, прессует? Я даже шкалу не успеваю набрать. Держи. Все подписались на РТР. Он ничего так популярный стал. Беныч его немножко пропиарил на канале. Там, я помню, даже на каком-то стриме считали, сколько за один или два часа на него подписалось народа. Ой, прессует, ой, кошмар какой. И крылья дамажут. Ужасная локация для битвы с таким боссом. Тоже спокойно, в городе есть люди. Я не допрыгнул до платформы, максимальный прыжок сделал, и я не допрыгнул. Что с игрой не так? По-моему, на SNES у меня не было таких проблем. Так, ну его нафиг. Ну, конечно, конечно, не попаду, конечно. Сюда. Наконец-то. Отлично. Короче, на Урале, говорят, вируса нет. Короче, в целом по России вроде спокойная обстановка. У меня все в порядке, не болею, понятно. Понял, Костя. Убей его ручной ножик, лиши самого дорогого. Картинка тускловата, Морти, потому что немножко не вывозит Sega по цветам, как я понял. Хотя, может, Кеймыч прояснит поподробнее ситуацию. Так, ну что, последний уровень, 16 жизней. Идем прямо в корабль. Держи. Так. Удав, У меня вообще свободного времени минимум. Тут даже речь не об отношении к тебе или к твоему каналу. Я вообще крайне редко где бываю.
У меня третий стрим за март. 25 число сегодня, еще раз напомню. Я в эфир выхожу третий раз за месяц. Третий раз за месяц. Не за неделю, там, не за день. Что-то троллит меня. Так что в этом плане все печально, уж извини. Не могу ребятам обещать, что кому-то зайду, кому-то там, кому-то не получится. У меня пока что март самый антирекордный месяц по играм. На данный момент всего 4 игры пройдено. Обычно хотя бы 10 я вытягивал. Так, опять этот бумеранг. Но я тебе просто говорю, что нравится канал или не нравится, я тебе в этом смысле. Когда свободного времени нет, в любом случае зайти не получится. Да как он так стреляет? Вообще такая траектория ужасная. Ни вправо не увернуться, ни влево. Еще и шкалу здоровья. Шкалу полета обнуляют. Давай, полетели. Отлично. Держи, держи. Вспышка и несколько тысяч больных ОРВИ, когда весь мир болеет, ну да. Я не знаю, Зорг, я не знаю. Но я все-таки стал как-то более напряженно относиться. Конечно, паники не будет в любом случае. Даже если чем-то заболею. Ой, как мне много не хватило. Реально снайпер, Дмитрий, правильно говоришь. Реально снайпер. Так вот этот мне мешает, мужик. Держи. Вишенка. Васёк, здорово. Тебе как дела? Не болеешь? Нормально все? Я говорю, вот приятно видеть, что люди заходят. Значит, вроде не все так плохо. Я вот если бы болел, вряд ли тоже смог заходить кому-нибудь. Так, а вот он и Хук собственной персоной. Ну-ка, отцепись. Цепись, сволочь. Хорошо, что в сеговском лайфбар не сбрасывается при гибели. А разве в СНЕСе что-то с этим было? Хук с левой, хук с правой. Питер откинется. Видишь, удав, не все так плохо. Алекс Тигр нашел тебя. Хотя странно, что с Ретро Геймс он на тебя не подписался еще. Со здоровьем норм, другие проблемы тянут. Ну, надеюсь, Васёк, не самые такие... Не самая худшая ситуация у тебя. Сейчас еще будет, да, это еще не ГГ, ребята. Это еще не конец. Хук в печень, никто не вечер. Ой-ой-ой. А, он же сейчас, да, этим. Да, Дмитрий, я проходил на Супер Нинтендо. Держи. Тут тайминг лучше подбирать. Угу. А, ну и все, в принципе. Вот теперь все. Видишь, Дмитрий, тут дело даже не в регионе игры, а в том, что консоли совсем разные. Супер Нинтендо, другой регион игры, это Супер Фамиком. Здесь конкретно считается как другая игра, хоть они и могут быть похожи. Все-таки это Sega Genesis. И как я говорил в начале, у Чинджера была рубрика
он даже как бы специально запускал игры, одну и ту же игру с разных консолей, чтобы посмотреть, какие отличия там, какие-то выводы сделать, какие игры сильно отличаются, какие не очень. В этом смысле у меня никаких правил нет. Я могу запускать одну и ту же игру вообще хоть сколько раз. Вот сколько она выходила на разных консолях, могу хоть подряд играть. А вот если разница в регионе игры, то есть одна и та же игра была на одной консоли, только в разных регионах, тогда делаю промежуток большой по играм, как минимум 50. В общем, надеюсь, толково объяснил. Дракула на NES и SMS отличаются в балансе. Запускал Кеймыч Дракулу на SMS? Вроде тоже играбельная, хотя кривоватая вроде. Спасибо, ребятки. Да, третья игра на сегодня. Ой, опережаю события, вторая. Вторая игра на сегодня. Самое время фустранить Астерикса. Если я сейчас запущу Астерикса, Зорг, у меня закроется время игры, реквестер. Игра вылезет за рамки, потому что там надо отдельно подгонять. А, ты даже проходил, Кеймыч, нифига себе. Есть отличия. А по времени не помнишь, кстати, сколько у тебя заняло прохождение на SMS? На Нессе, на Харде, если знать игру, Дракула где-то минут за 45 проходится. Тренировал, понял. Что-нибудь более годное будет? Будет, Тайгер, конечно, будет. Сейчас переходим к реквестам. Сейчас будем играть реквесты. Ладно, пока идут титры, поставлю, что это 15-я игра получается. Да, март у меня просел, конечно, сильно. Первый весенний месяц вообще что-то прям как-то даже грустно все. Так, а это что? Это, по-моему... Кстати, на SNES-е, по-моему, вот этого не было. Питер. Давай отправимся на другое приключение. Было? Значит, я что-то проглядел, Гек. Значит, уже подзабыл этот момент. Я больше не могу вернуться назад, Тинг. Сейчас я знаю, что... Жизнь — это и есть самое большое приключение. Все, Тинг психанула, улетела. Да, вот теперь уже сбрасывается конкретно.